Самарская школьница вышла в полуфинал всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Девятиклассница Валентина Логинова в числе более 250 сильнейших участников самого масштабного в нашей стране детского литературного соревнования получила приглашение в легендарный лагерь «Артек» на специальную творческую смену. Там талантливые школьники смогут встретиться с известными актерами, писателями и режиссерами, пройти тренинги по актерскому мастерству от педагогов ГИТИСа. Впереди у победителей региональных туров полуфинала. 15 мая в «Артеке» пройдет финальный этап состязаний. Напомню, ежегодно в конкурсе «Живая классика» принимают участие 2,5 миллиона школьников со всей России. Юные чтецы должны выучить и рассказать отрывки из книг, которые не входят в школьную программу. Валентина Логинова из Самары выбрала фрагмент произведения «Жених и невеста» нашего земляка, писателя Евгения Лазарева. Почти 5-минутный отрывок о пожилой сельской и супружеской паре, которым пришлось заново вступать в брак, в исполнении школьницы покорил жюри. Рось, я теперь тебе какая жена? Старуха, зубы вон попадали. На тебя, может, какая молодая кинется? Ты ведь у нас орел. Грыж тебе вырезали. Геморрой только на той неделе наладил. Чем не жених? В клуб теперь ступай, там чай кино нынче. Федор Федорович сначала опешил, но потом выправил положение. Будя, заорал он, слово муж не даст сказать, запела.